пришел в бизнес, потому что именно к нему у меня призвание. Я знал, что мне не стать великим писателем. Но меня не привлекала идея купить что-то за доллар, а продать за два. Я надеялся что-то создать, что-то уникальное, прочное, на высшем уровне. Затем я понял, что хочу сообщать миру новости. Сообщать честно, без купюр. Чем лучше мы друг друга знаем, тем больше у нас шансов выжить. Конечно, я хотел получать прибыль, иначе нельзя, но... Для Бонда Хью деньги — это все. Если мы отдадим ему Parrish Communications, и он купит еще пару таких компаний, то обратиться к миру можно будет только через... Поймал. Нам придется ему платить, и, что еще важнее, соглашаться с ним. Готовитесь сообщать новости. Это честь... Ну все, тихо, соседи, тихо.